Добрый день. Нож от Kershaw, модель 3830, Injection 3.5. 3.5 это длина клинка. Ну, вот сам ножик. В сотрудничестве сделан с дизайнером Тоддом Рексфордом, ножевым мастером Тоддом Рексфордом. 8 CR13 MAV, Rexford Design, модель 3830. Недорогой, ну, то есть у меня был обзор его, так скажем, младшего брата, модель 3820, этот с клинком 3 дюйма, этот с клинком 3,5 дюйма, то есть, ну, 76 и 89 миллиметров, соответственно. Ну, и вот если вот этот вот, он по размерам ближе к... Крыси 2, ну то есть Red 2 модели Antara к малой крысе, то этот где-то промежуточный, ну где-то он примерно как Tenacious по размерам. Примерно как Tenacious, чуть-чуть меньше, уже клинок, вообще более такой стройный, так скажем, у него профиль, чем у Tenacious. Стали одинаковые, 8CR13. Ну, вопрос в том, кто как их калит. Говорили, что Kershaw мягковатый по сравнению с этим самым, со Spyderco. Ну, сталь тут одна и та же. 8CR13 MAV. Tenacious чуть-чуть дороже стоит. Tenacious такой текстурированный G10. Здесь он, ну, обработанный, зашлифованный. То есть он не дает такой цепкости, например, как вот в Tenacious. Ну и, видимо, частично для увеличения трения были везде. Ну и это и как бы одна из дизайнерских фишек. Многие у Тедда Рексфорда ножи имеют вот такие вот пропилы в рукоятке. Ну и тут же я думаю, что для того, чтобы увеличить трение, чтобы обеспечить лучшее удержание в руке. Это нож без помощи при открытии, без всяких там пружинок, которые так называемого спидсейфа. Они меня, честно говоря, нервируют. Я не особо любитель большой. Это мне нравится иметь полный контроль над тем, как открывается нож, а не ты чуть-чуть страгиваешь, а дальше все происходит, причем не так, как ты иногда себе представляешь. Вот. То есть тут шпенечки, здесь таких два, сверху спейсер, снизу спейсер. Вот эту штуку можно использовать, ну, вот этот вот бонг можно использовать как продевать туда темлячок между, ну, через вот эти вот два отверстия. Лайнер лок. Клипса переставляется на две стороны. Но только основной, так скажем, способ ношения справа или слева острием вверх. Здесь такое сделан, как бы, типа, кажется, на первый взгляд, что нужен специнструмент, на самом деле там торкс внутри, причем достаточно маленький, там, наверное, шестерка торкс. В общем, недорогой ножик от Kershaw из их линейки, которая делается для них в Китае. Все основные атрибуты этого ножа, таких вот ножей, присутствуют здесь. Я имею в виду 8CR13, небольшая цена. Раньше они делали из какого-то пластика рукоятки, сейчас они начали делать из G10 все больше и больше. Вот таких они сделали фактически одну и ту же модель в двух размерах. Кому надо побольше что-то размером примерно как Tenacious, только по стране, вот, пожалуйста, вот такой вот есть ножик. Очень хорошо в руке сидит, очень
удобный, приятный. Ну, все-таки, я думаю, у меня вот такое мнение, что все-таки Tenacious и первая крыса, это все равно останутся такими иконами начального уровня, и DC-ножей начального уровня. То есть, сколько уже зарилось ножей, так скажем, ну, моделей, пророчили на то, что вот они подвинут их, так скажем, и так, войдут туда, создадут какой-нибудь там триумвират, там, например, Tenacious, крыса и еще какая-нибудь модель. Но все только сходят со сцены, а остаются вот эти две модели, остаются Tenacious и крыса, остаются постоянно, я не знаю, на верхних строчках продаж именно таких вот EDC-ножей начального уровня. Ну, в принципе, это вот неплохая альтернатива. Вот этот, потому что... Спасибо за внимание. До свидания.